Коммунальные услуги Клара Катачкова всегда оплачивает исправно. Про акцию «В Новый год без старых долгов» узнала в центре обслуживания клиентов. Оплатила все счета, внесла аванс и получила сладкий подарок. Ну а как вы считаете, это вот хорошо, что... Хорошо. Прям стимул какой-то. И бегом бежишь, оплачиваешь. Самарские коммунальные системы перед Новым годом уже пятый год подряд запускают акцию для своих абонентов. Участвовать могут все – и добросовестные плательщики, и должники. Если абоненты имеют долги или не имеют долги и оплатили авансовый платеж за декабрь суммы, равным начислениям ноября, они могут прийти в любой центр обслуживания клиентов, показать квитанцию с чеком об оплате и получить гарантированный подарок. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Впереди главный розыгрыш. Он пройдет в январе. На кону призы посерьезнее. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте СКС. В Новый год без старых долгов стараются войти не только простые самарцы, но и управляющие компании, а также ТСЖ. Кроме так называемого черного списка должников, составляется и белый, с добросовестными плательщиками. К ним в компании СКС особо теплые отношения. Например, помогают обустроить территорию. Жителям домов по улице Партизанской в этот раз заливают каток. Вот мы обратились в коммунальные наши системы, то прямо и сразу откликнулись. Только сказали, почисти площадку, и мы приедем, зальем. Мы никогда не были должны. Никогда. Мы всегда платим. Ну а зачем копить? Их все равно платить. Зачем копить? Потом это же оборот должен быть, чтобы где-то что-то вовремя ремонтировали. С каждым годом количество участников увеличивается на сотни и даже тысячи человек. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.